мы сейчас находимся в клинике ночи, насмотревшись на такие потрясающие результаты во время съемок, я решила сама посетить клинику и задать Светлане Ригатовне несколько вопросов. Светлана Ригатовна, теперь я хочу быть вашим пациентом. Вот смотрите, мне 37 лет. У меня нет, в принципе, проблем провисания, каких-то проблем с кожей, но я прекрасно понимаю, что нет времени посещать косметолога, какие-то процедуры, поскольку темп сегодняшней жизни, работа, в общем, не успел оглянуться, год прошел. Что можно сделать мне быстро, чтобы я на несколько лет забыла о каких-то процедурах, да, кроме какого-то домашнего использования кремов? Рада, что вы к нам пришли. С удовольствием сейчас вас проконсультирую, и мы с вами сделаем процедуру. Правильно вы сказали, если у женщины очень мало времени, и ходить к косметологу регулярно по какому-то такому долгосрочному плану нет времени, то тогда мы можем вам предложить процедуру, которая сохранит вашу красоту на такой длительный период. Мы можем вам сделать нитевой лифтинг, ну, тот самый лифтинг Аптес, о котором мы уже упомянули. Я правильно понимаю, что это нити, которые рассасываются через несколько месяцев, и за счет образования вокруг нити собственного коллагена, за счет этого как бы появляется свежесть, тонус и так далее, да? Правильно, они дают свежесть, тонус через какое-то время, через несколько месяцев, но рассасываются они гораздо дольше. Угу. Рассасываться они будут 1,5-2, а то и больше. Это очень индивидуально, да. А эффект от них будет во времени еще дольше. То есть индивидуально он может достигать до 5 лет. Почему женщины так боятся этой процедуры, считают это каким-то хирургическим вмешательством? Ведь, в принципе, то, что видела я раньше, это обычный укол и вставленная нитка внутрь. Действительно, кто прошел эту процедуру, всегда говорят, зачем я так боялась, на самом деле это очень... Боятся, да? Да, боятся, но на самом деле потом говорят, что будут делать еще прямо здесь во время процедуры. Они говорят о том, что они еще раз придут на эту процедуру. Потому что реально это не страшно, это достаточно... Ну, терпимая процедура, при этом приносится мгновенный результат, то есть сразу встав в зеркало можно увидеть эффект. Ну, то есть это как раз для меня 20 минут процедуры и на 3 года забыл о посещении косметологов. Ну, давайте начнем. Давайте начнем. Сейчас мы сделаем разметку, карандашом я нарисую линии, по которым мы будем ставить нити. Скажу вам, что прошло всего лишь 20 минут, наша процедура окончена. Осталось такое перекошенное, наверное, такой рот от анестезии, да, как после лечения зубов. Ну и вот он, готовый результат, быстро и надолго. Спасибо огромное. Какие-то советы, рекомендации, для кого это нужно и что дальше делать? Рада, что вам понравился результат, он действительно сразу заметен, подтянулась кожа, овал стал более четким, и, естественно, эта процедура показана женщинам от 35-36 лет для того, чтобы сохранить свой контур, для того, чтобы удержать красоту и подтянуть кожу, улучшить ее овал. И второе, про которое мы говорили, действие этих ниток, это, естественно, омоложение кожи, ее упругость, ее гладкость, ее цвет. В это все вместе. Что девушки даже в 20 лет делают себе нити Аптес. Да. У них какие показания? Есть нити армирующие, то есть они до такой очень длительного времени биоутилизации, потому что если мы знаем про биоутилизацию гиалуроновой кислотой, она делается раз в 2-3 недели, то нитями, естественно, это можно сделать один раз и совершенно на долгий-долгий период. В 20 лет пришел первый раз, в 25 второй. Да? Спасибо огромное. Ой, я как люблю говорить, было приятно и совсем не больно.